Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз ми поговоримо про те, куди звертатися після перетину кордону, як оформляти статус, та який статус краще все ж зробити собі за кордоном, так якщо ви біженець. Сьогодні про це поговоримо з Кариною Бахолдіною, волонтеркою та, власне, ріелторкою. Я вас вітаю. Пані Кариною, ну, почнемо з того, що... Чи нас чекають, як багато, да, взагалі країн чекають українців, біженців. Наприклад, я читала, що Ізраїль закрив кордони для біженців, а Польща вже прийняла десь там до 2 мільйонів. Дивіться, если можно, так буду, да. Смотрите, на самом деле Европа и, в принципе, все страны Евросоюза и на самом деле весь мир, если закрыло законодательство, то есть, грубо говоря, да, если там Израиль говорит о том, что он закрыл законодательство, это не значит, что люди тебе не готовы там помочь. По-честному, такого количества теплых людей, как встретила Украина по миру, это вообще что-то непредсказуемое. Потому что объем людей, которых выехал, то есть это выехало уже порядка 1,5 миллиона, насколько я знаю, то, что я смотрела последнюю статистику, на самом деле ни одна страна не может потянуть такой объем в один момент. То есть это действительно, это резко, это быстро и это сразу. И вопрос в том, что всем нужна помощь, всем нужна социальная помощь, всем нужна документальная помощь, медицинская. И по-честному, страны Европы, они настолько по-теплому отнеслись ко всем гражданам Украины, просто низкий им поклон за это. Потому что если не приняло законодательство, это не значит, что не приняли люди. То есть люди все помогают, люди все принимают. Однозначно вопрос где-то поведения той или иной страны, ну именно одного человека, на самом деле, все страны понимают, что сейчас нам нужна помощь. Все страны понимают, что мы рубеж между, вот, между странами Евросоюза. Мы этот рубеж сейчас, который надо отстоять и которому надо помочь. Поэтому, честно, доброжелательность людей просто на самой высокой ноте и всем низкий поклон за это. Найбільший такий, так, у нас це Польща, найбільша країна, яка найбільше приймає, вона прийняла найбільше людей. Польща, тому що вона одна із самих больших. І сложилась, яка, от саме тих, які граничать з нашою територією. Сложилась яка ситуація? Очень многие длительный период до этого ездили на заработки, либо там Кумбрацват ездил на заработки, кто-то в Польшу, кто-то дальше. И ситуация какая? Польша по-любому является перевалочным пунктом. То есть даже те, которые ездят дальше, люди выезжают, там, грубо говоря, Польша, Румыния и Молдова. То есть вот эти вот те страны, ну, Словакия, то есть вот это те основные страны, куда выезжают плюс-минус люди вот в первое время. Дальше, после них, это уже поехали. Это Литва, Испания, Франция, Германия очень активно. То есть кто-то доезжает до Великобритании. То есть, опять-таки, это дальше, 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 дальше. Вопрос в другом, в том, что есть перевалочный пункт. И в основном это в ней выступает Польша, потому что за счет ее объемов и за счет ее, не знаю, наверное, какое-то невероятное количество волонтеров, потому что там сейчас каждый из людей стал волонтером. Точно так же, как у меня раньше была риэлторка, специалист по инвестированию, теперь я оказываюсь волонтером. То есть сейчас каждый настолько перепрофилировался, вопрос в том, что если мы себе не поможем, то нам не поможет никто. В первую очередь. То есть точно так же там люди помогают, потому что нужна помощь. И в плане выезда еще ж автобусы городские или поезда, они же направлены. Допустим, поезд с Днепра, есть поезд, который едет сразу до границы в Польшу. Есть такой. Нет того, что сразу едет в Париж. Нет такого. То есть в любом случае люди выезжают до граничной страны, и с нее бесплатным автобусом граждане Украины с украинским паспортом, они бесплатным автобусом либо поездом они могут воспользоваться и переехать в ту страну. Может, где родственники есть, может, где друзья, может, куда они решили, что там будут оставаться. Ви заговорили за паспорт, тут відразу хочу спитати, якщо так сталося, що при евакуації людина втратила паспорт, і, наприклад, ну, хоч на щастя, зберігся телефон, де її дія? Смотрите, на сьогоднішній день я не знаю ні одної ситуації, коли гражданинку України і ребенка, либо мужчину до 18 или после 60 не пропустили. Ні одної не знаю. То есть, понятно, що якщо це мужчина, которому 40 лет, я уверена, что будут трудности, будут проблемы, будут какие-то определенные задачи. Но все понимают, что сейчас война, и могла сложиться ситуация, что просто твоего дома не стало, где это было все.
Есть в ДИЕ обалденная функция, называется Е-документ, который можно получить, это не проблема, просто надо взять, зарядить телефон, взять его в ручки и его получить. Он делается буквально за минуту. Это ваше удостоверение, это, грубо говоря, там же и ваши права, у кого есть загранка, она там есть. То есть, опять-таки, просто этим надо заняться сейчас. Сейчас та ситуация и то время, когда нет возможности что-то отложить на потом, запланировать через неделю, запланировать через месяц, через два, через три. То есть нет такой сейчас ситуации. Сейчас есть другой момент, что это надо делать сейчас или вчера. То есть вот нету ситуации. Поэтому если Е-документа нет, его нужно сегодня в обязательном порядке получить. Он должен быть, даже если вы не планируете никуда уезжать, он должен быть. Как что втратив телефон навіть? Ну тут, я сподіваюся, по чесному, я думаю, за счет поліції Євросоюзу, это опять моя догадка. Я думаю, за счет поліції Євросоюзу і за счет посольства можна це все зробити. Я думаю, що це не глобальна проблема. Я не знаю, опять-таки, ні одної ситуації. Я знаю, дітки виїжджали вообще без документів, просто їх не було. Это просто були ситуації, коли у мене знайомі виїжджали вот на нервах в паніки. Это були ситуації конкретно, це був Гостомель, це був Чернігів. Гостомеля по факту сегодня плюс-минус не существует уже, увы. И когда люди не то что не успели, они просто не нашли свидетельство о рождении. Знаете, когда вот оно лежит на видном месте, ты знаешь, что оно вот тут лежит, но ты его не видишь в этот момент, потому что тебя трусит. Ну, то есть ты не понимаешь, что делать. И они уехали без него, ребенка спокойно пропустили. Ну, вообще не было моментов. Сейчас не до бюрократии вообще ни в какой стране. Ну, по крайней мере, при кордонных країнах там нет вообще, то есть вот те, которые все с нами граничат, не знаю ни одного бюрократического момента в плане пересечения границ. Ну, сподіваємося, що це так і буде для українців наразі. Якщо людина перетинає кордон, наприклад, Польща, куди от далі йти? Перетнув кордон, куди далі йти? Чи там вже люди тебе чекають, там волонтери? От як це саме фізично? Смотрите, боюсь путаться прямо в прямих названиях, як називається в той или иной стране. Если вы переходите границу пешком, то есть в основном как доехали, там многие, да, и переходят границу пешком, вас тут же ждут рейсовые автобусы, либо они подъезжают. Опять-таки, это все говорю из позиции того, что куча у меня видеоотчетов из моих близких, знакомых, которые уехали. Ну, с перших уст такие поведомляют, да. Да, то есть вы переходите пешком, вас там ждут, и вас сразу же никто никуда не разбирает, куда вам ехать. Это не такси, и людей мы тоже уважаем, мы прям ответственные граждане. Поэтому мы пришли, сели в автобус, и с этого автобуса мы поехали в пункт обогрева, я вот не помню, как он правильно называется, не хочу соврать. Есть пункт обогрева, где есть горячая водичка, где можно покушать, где можно одеться и получить первую медицинскую помощь. То есть кому это нужно? Грубо говоря, валидол, плед и теплый душ вам дадут. И переночевать вы там можете. В среднем, допустим, если по Польше, то в этом пункте, насколько я знаю, согласно последнему документу, согласно последнему директиву, принятой Евросоюзом, в этом пункте можете находиться 48 часов, но я точно знаю, что там есть люди, которые находятся чуть больше, потому что просто нет возможности или незнания, куда уехать, или еще там не отошли от шоковой ситуации, то есть, ну, есть такое. Их никто не выгоняет, ну, нет такого, ну, все нормально. То есть вопрос в том, что это первый вариант. Если вы доехали до вокзала в какой-либо стране, сейчас ситуация, знаете, как когда-то на Киевском вокзале, когда ты выходишь с поезда, и раньше тебе все предлагали такси, а сейчас все предлагают такси бесплатно. Волонтеры стоят, ну, в невероятном количестве просто. То есть вы выходите, и вы нужны, вам помогут. Просто надо открыть рот и подойти к человеку. Все русскоговорящие либо украиномовные. То есть поговорить с ними абсолютно не проблема. Будь ты приехал с Донбасса, либо ты приехал со Львова, тебя поймут. То есть есть все люди, которые они готовы помочь. И там разграничения по языку не существует. Там есть понятие украинский паспорт, паспорт гражданина Украины, все, вопросов нет. Угу. Там нет таких проблем. Если на вокзале, есть помощь. А что дают нам країни, так, проживание, харчування, что саме? И потом уже перейдемо до статусів, які можна там набути. Они дают больше на самом деле, чем мы могли ожидать. Ну как ожидать? Чем, наверное, мы могли рассчитывать. Потому что они дают жилье, ночлег однозначно есть, они кормят, причем кормят точно, я знаю места, где кормят два раза в день, где кормят три раза в день, точно знаю. Медицинская помощь бесплатная. Если у вас есть паспорт гражданина Украины, у вас 30 дней бесплатный проезд по территории. Но опять-таки, сейчас это вот поговорим про статусы, потому что вот надо понимать, в каком ты статусе находишься. Вы можете путешествовать по стране. Есть, допустим, если не ошибаюсь, Польша, она дает еще тебе бесплатную страховку на твою машину на протяжении 30 дней, если ты зарегистрируешься.
ну, то, чтобы ты получил страхование, потому что Европа на самом деле это страна, в которой нормально страховаться людям. Мы сейчас только многие начали с перепугу страховаться, потому что мы страхуемся, либо если мы едем куда-то путешествуем, то есть куда-то за границу, то есть машину мы страхуем, а людей мы не страхуем, у нас же это нормально. Но в Европе это обязательно, и если мы стремимся к Евросоюзу, то нужно понять, что нужно застраховать себя, родителей, детей и три поколения. И это один из самых лучших подарков, который может быть, потому что это забота о человеке. В плане, еще самое важное, что дает на сегодняшний день Евросоюз, опять-таки в зависимости от статуса человека, это дается право на работу. Дается, человек может работать. Он не сидит на шее волонтерских центров, он может работать. Тепер давайте до статусів. Який статус можна набути за кордоном? І от я бачила, що краще біженця не брати такий статус. Поясніть. Написала недавно пост і отримала мільйон відзивів із позиції, що я говорю неправду, але все, що я говорю в даному випадку зараз, це після консультації з конкретними юристами. На самом деле, в начале марта ЄС прийняв директиву, тобто законопроект, закон, в котором граждане Украины имеют право получить тимчасовий прихисток, це тимчасовий статус. Что это значит? Это люди, которые вынуждены бежали от военных действий и временно перебывают на территории Евросоюза. Беженцы на самом деле, то есть, и, к примеру, в Европе, давайте, допустим, конкретно Польша, раз там больше всего, да, людей в Польше есть выбор. Вот нужно просто человеку, когда вы приехали, вам нужно определиться, там в течение короткого периода вам нужно определиться, вы либо беженец, либо вы подаете заявление на тимчасовый прихисток, либо. Что значит беженец? И это я за то, что его нельзя получать на самом деле фактически ни в какой стране мира. Честно, вы изучили, мне кажется, наверное, все законодательство, проконсультировались, наверное, со всеми уже юристами. Почему? Потому что 70% стран, только вот услышьте, 70% стран, которые дают беженство, они вначале забирают ваш паспорт. Что значит забрали паспорт? Вы перестали быть гражданином той или иной страны. Все, вас забрали паспорт. Да, на время, да, допустим, Польша, по законодательству вы можете получать беженца, но при этом 6 месяцев вам делают эти документы. При условии того объема людей, который заехал, я думаю, что это будет не 6, я думаю, что это будет больше, увы. И получается как? Вот эти 6 месяцев, там 30 дней из них вы можете ездить на бесплатном транспорте, но вам для этого нужен паспорт Украины. Ну, то есть, очень интересно, ничего не понятно. Понятно, что что-то придумают, понятно, что будут выдавать какие-то временные посредки, но есть один момент. Статус беженца не дает беженцу права работать до получения статуса беженца. То есть, полгода вам делают документы, полгода вы не можете работать. Вы можете пользоваться только социальными благами, которые предоставлены беженцам. Вам дают бесплатное жилье, но это в основном, к примеру, опять-таки, если мы говорим акцентно тоже Польша, опять-таки, из-за большого количества там наших граждан. Если вы находитесь в Польше, то вам дают не тот город, который вы хотите, не там, где друзья, знакомые, родственники, или тот, который вы когда-то путешествовали. Нет. Вы живете там, где есть возможность сейчас, где есть место сейчас. Ну, куда заселят, фактически. Куда заселят. И это в основном уже сейчас не турбазы, не квартиры по большому количеству людей. Это в основном специально оборудованные помещения просто с койко-местом и едой. Вам дают одежду, вам дают еду, вам дают спальное место, вам дают медицинскую помощь. Но нужно понимать то, что вам дают, нужно вернуть и вернуть с благодарностью. То есть я за то, чтобы тимчасовый прихисток – это идеальный статус сейчас для граждан Украины, которые находятся в Европе. Почему? Потому что вы можете работать. Паспорт не забирают, да, в тимчасовом прихистке? Нет, паспорт не забирают, нет. Нет, такого нет. Это прям самое главное преимущество и самый главный акцент. Вы можете вернуться на территорию Украины, когда вы хотите. Вы же поняли, если я беженец, у меня забрали паспорт, и как бы полгода я сижу. Хоча в какой-то стране полгода, в какой-то стране 4 месяца, в какой-то 9 месяцев. Дай бог, война закончится сегодня, а людям еще сидеть полгода. Ну, то есть вы поняли, чтобы цель какая, чтобы люди могли вернуться. Я уверена, что больше половины будет возвращаться. Прям на 100% уверена, потому что люди хотят домой. Дай бог, чтобы вернулись все, мы всех очень ждем.
Сподіваємося. Де шукати ще додаткову інформацію? Зараз дуже багато телеграм-каналів, можливо, ви якісь порадите. Ну, ми їх обов'язково під так до статті на сайті додамо, щоб ви могли от відразу перейти. Смотрите, на самом деле социальные сети как никогда выступают супер полезным источником. Надо просто очень сильно понимать, что есть куча фейков и есть миллион ссылок, по которым вы никогда не дозвонитесь. Это прям нормальный момент, к сожалению. Есть другой момент, что есть сайты, где люди предоставляют бесплатное жилье. То есть из серии «Вот у меня есть комната, пожалуйста, заселяйтесь». Однозначные есть преимущество у семей с детками. У них 100% есть это преимущество. Именно там, если особенно маленькие детки. Вопрос в том, что когда человек пересекает границу, в 90% ему в этот момент еще не до социального расширения, знакомства со странами, определения куда. Ему хочется приехать, остановиться и поспать ночь спокойно, без сирены, без взрывов, без постоянного бегания в бомбоубежище. Покушать и поспать. Это то, что в основном хочется людям. Поэтому изначально, когда вы приезжаете в волонтерские центры, либо когда вы приезжаете в пункт тимчасового обігріву, когда вы туда приезжаете, там есть список официальных волонтерских организаций. Вот это как бы самое правильное, потому что в интернете, вот честно, идеальные сайты – это все, что имеет отношение к Фейсбуку, и серии там, беженцы в Германии, беженцы к Польше, или там украинские переселенцы, то есть это то, что есть. Когда человек может туда перейти и посмотреть, что есть. Но опять-таки, там настолько большой поток людей, поток информации, что там сложно с чем-то определиться. Проще, когда вы уже приехали, уже посмотреть вот официальные сайты и по ним выбрать. Есть официальные сайты в каждой стране. Когда вы переходите на сайт Евросоюза, если кто понимает по-английски, нет, заручитесь поддержкой, на сайте Евросоюза есть официальный сайт каждой страны, именно с графой тимчасового прихистку. То есть я в каждой стране находясь, я могу увидеть, что мне делать, куда мне звонить, куда идти. И набрав любой волонтерский центр, просто позвонив, я могу получить нужную мне информацию. Плюс еще, когда вы переночевали в том или ином волонтерском центре, в пунктах прихистку, вам помогают получить сим-карту. Сим-карта дает почти все мобильные операторы на территории Европы. Давайте так, на большинство, не буду говорить почти все, конкретно это Польша, это Молдова, это Румыния. Они вам дают симку, и вы можете звонить бесплатно на территорию Украины. Это круто. Звонки безоплатные, да. То есть вы можете звонить своим и спросить, как ты. В последнее время это, увы, самый актуальный вопрос. І наостанок, давайте таке невеличке звернення. Є багато інформації, та, зокрема, люди жаліються про те, що все ж українці, ну не будемо казати, що всі, не цінують ту допомогу, яку надають, та кажуть, от це мені не підходить, а я хочу ось так, а це не смачне, а можна центриніста мене поселити. Нужно понимать таку річ, що як ви туди приїхали, всі граждане, які на сьогоднішній день выехали за рубеж, давайте по-честному, вы выехали вынужденно, и нужно понимать одну штуку, вы не на курорте, вы не поехали на море загорать, вы поехали за безопасностью для себя, либо для своих детей. А у кого-то мужья пошли в тероборону, либо на фронт, и женщин насильно запихали в поезда, потому что очень многие не хотели ехать, несмотря на то, что есть детки. И нужно понимать одно, что в каждой стране, любой, в которую вы сейчас приехали, на самом деле это не относится только к странам Евросоюза, все страны плюс-минус готовы нас принимать на сегодняшний день. Давайте так, не все, 70%. То есть, ну, допустим, та же Канада, она готова нас принимать. И есть официальные директивы об этом. Нужно понимать то, что сейчас это не курорт, и каждой стране тяжело принять тот или иной объем людей. И эту страну нужно благодарить. Так же, как нужно сейчас, у нас все политики говорят о том, что нужно выходить на работу. Если вы можете работать, выходите на работу, платите налоги. Надо поднимать экономику. Для того, чтобы купить что-то для наших героев ЗСУ, нужно обязательно получать в казну налоги. И сейчас идет речь о том, что если ты можешь хоть кем-то работать, не если вы здесь были, не знаю, там, статусным юристом, а туда приехали и вам сказали, что нужно, допустим, к примеру, работать вот здесь сейчас там убирать, сейчас нет понятия престижной работы, престижной профессии в той или иной стране. Есть сейчас понятие помочь и себе, и другим. И нужно понимать одну ситуацию, что когда вы туда выехали,
день-два вы пришли в себя, обязательно устраиваем детей в школы и в сады, это в обязательном порядке, это даже не обсуждается в некоторых странах, есть официальные данные, сколько ребенок может пробыть без обучения, кто может дистанционную школу, то есть если, грубо говоря, Украина, ваша школа работает, пожалуйста, дистанционное обучение, кто может, пожалуйста. Но я вас очень прошу, каждый гражданин Украины, то есть все граждане Украины, которые уехали в Европу, вот низкий вам поклон тем, кто уже устроился на работу, огромная просьба. Пожалуйста, займитесь вопросом трудоустройства. Европа предоставляет трудоустройство. Нет того, что нет вакантных мест, еще что-то. Нет вакантных мест, если вы хотите себе кресло и офис. Ну, то есть таких как бы мест нет сейчас. Почему? Потому что 90% из нас не знают языка той или иной страны, в которую они поехали, либо законодательства той или иной страны. Мы этого не знаем. То, что нужно сделать, нужно учить язык этой страны, в которой вы сейчас решили быть, и это бесплатно. Есть детские центры, которые специально поддерживают детскую психику, есть психологи, которые с ними работают, есть психологи, которые работают с взрослыми в той или иной стране, и это на волонтерских началах, то есть это не нужно платить. Вопрос в чем? Нужно понять, что когда вы туда уехали, да, однозначно, несколько дней на адаптацию, я все понимаю, тяжело, но мы каждый день эвакуируем людей по возможности, с Волновахи, Северодонецк, с Харькова, и каждый день я этих людей вижу, и я вижу, как им тяжело. А знаете, что самое тяжелое? В том, что мы не вывезли еще очень многих. И есть люди в Запорожской области, есть люди под Гостомелем, есть люди в Броварах, которые не могут выехать. И вот им сейчас тяжелее, чем мне здесь или вам за рубежом. То есть нужно понимать эту вещь, что вот они сейчас в большей опасности. И нам нужно помогать Европе поднимать и их экономику, в том числе любая профессия. Вы сейчас плюс-минус будете официально трудоустроены. Абсолютно любая работа поможет принять хотя бы еще одного человека, еще одного ребенка в ту или иную страну и его прокормить. Потому что такой бюджет, как тратит каждая страна, допустим, там Молдова, Румыния, это маленькие страны на самом деле, но то, что они сейчас отдают, это невероятные масштабы. Им тоже нужна помощь. Я очень надеюсь, что граждане Украины ведут себя за рубежом правильно и уважают людей за их труд. Я очень прошу вас за любой шаг говорить спасибо. Прям вообще очень прошу, потому что нужно понять одно, что вы сейчас находитесь в зоне безопасности. То есть те, кто уехал за рубеж, у вас по факту сейчас зона безопасности. У многих из вас здесь остались мужья, у многих из вас здесь остались сыновья, родители, отцы. Нужно понимать одну штуку, что если мы не поможем сейчас там, где мы находимся, то вот здесь будет еще тяжелее. И, пожалуйста, не забывайте, что вы граждане Украины. Ведите себя достойно, чтобы всегда граждан Украины с аплодисментами принимали достойно в любой стране. И не потому, что нас жалко, потому что мы самая сильная нация в мире. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Каріно, за вашу мотиваційну промову. Особисто для мене вона була надзвичайно переконливою. Я сподіваюся, що наші глядачі та люди, які побачать це відео, також дослухаються до вас. Дебо. І нагадую, що щойно ми говорили з Каріною Бахолдіною, волонтеркою та ріелторкою, яка наразі так всіх, кого можна, консультує про те, як поїхати за кордон, як вивести так своїх дітей, куди звертатися, який краще статус мати. Все буде добре, обов'язково. І все буде Україна. Слава Україні, все буде Україна і смерть ворогам. Дякую, що були з нами.